Всем доброго времени суток. Представляю перед вами мотоцикл. Это у нас мотоцикл Kawasaki ZZR 1200. Он у нас, значит, 1994 года выпуска. И в нем очень много мощности, 111 лошадей. Сейчас я его завел. Работает отлично. У него, кстати, очень в хорошем состоянии резина, как спереди, так и сзади. Резина у него Мишлен. Цепь тоже в хорошем состоянии. Мотор работает идеально. Пробег на мотоцикле 99 тысяч километров. Не мотоцикл, а просто зверь. Всех, кого интересует данная техника, номер телефона, адрес вы можете найти у нас в объявлении. Мотоцикл можно будет приобрести по системе трейдин, кредит, а также за наличный расчет. Спасибо за просмотр. До свидания.